эстетического воспитания занимаются почти 2000 детей со всех районов города. Петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах ребята учатся бесплатно. Руководит центром опытный педагог, учитель года 2013 Любовь Федоровна Шмакова. Для нее каждый ребенок как родной. Я родилась в многодетной семье. Нас было 10 детей. И поэтому у меня вот такое отношение. У нас уже мест нет, но мы никому не отказываем. Все приходят, все занимаются. Мы очень рады. Воспитанники центра не раз становились победителями конкурсов различного уровня. Самарский центр вошел в топ-100 лучших школ России. Поздравить Самарский центр эстетического воспитания с юбилеем пришли министр культуры Самарской области Сергей Филиппов и глава Самары Олег Фурсов. Самарское образование находится в надежных руках, у него прекрасное будущее. И кроме учителей и педагогов, которые работают на этом поприще, конечно, особую роль занимают работники системы дополнительного образования. Именно там куются настоящие архитекторы, инженеры, талантливые художники, артисты. Наши дети не только развивают свои творческие способности, они расширяют свой кругозор, приобщаются к патриотической идее, а также лучшим традициям российского народного творчества. Мы с вами не можем себе представить, наверное, ни одного, ни областного, ни городского мероприятия, где бы не участвовали воспитанники, педагоги Центра эстетического воспитания. Это богатство и большое богатство нашего Самарского края. Такие люди, которые позволяют детей с самого раннего возраста учить и воспитывать на лучших примерах русской, отечественной нашей с вами песни. За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие Самары глава города Олег Фурсов вручил Любови Шмаковой почетную грамоту и нагрудный знак отличия. Лариса Шлафаст, Артем Сулайманов, «События».